Одна из причин, по которой многим из нас так полюбились игры с детства, в том, что мы жили в то время, когда поп-культура была способна оказать на нас наибольшее влияние. Скажем, ты школьник и без ума от фильма «Терминатор», собираешь наклейки от жвачек, бесконечно обсуждаешь с друзьями любимые сцены, и тут раз, и тебе попадается игра, будь то на Денди или Мегадрайв. То же самое можно сказать и про Робокопа. Игр в серии выходило немало, фильмы в нашем детстве стали предметом обожания молодежи, а кое-кто застал даже мультсериал. Все любили этого героя, вершителя правосудия. И, как правило, любая популярная франшиза такого уровня имела собственные игровые адаптации. Все это делало наш игровой опыт необычайно крутым. Круче только знаете что? Кроссоверы. Само явление появилось на Западе уже довольно давно. Наиболее яркие примеры можно привести из комиксов. Например, тот же Человек-паук против Супермена, вышедший в 1976 году. Но, я думаю, там аудитория успела привыкнуть к подобным вещам. Мы же в начале 90-х с некоторым опозданием и постепенно знакомились с лучшими работами кинематографа, мультипликации, комиксов, и потому видеть героев из разных вселенных в одном месте нам было в диковинку. Опять-таки из комиксов пришел еще один крутейший кроссовер. Dark Horse издал Робокоп против Терминатора, авторства Фрэнка Миллера и Уолтера Симмонса. Скорее всего, у большинства из нас знакомство с этой франшизой произошло через видеоигру на Мегадрайв. Предлагаю сегодня погрузиться в историю создания игры Робокоп против Терминатора. Вы узнаете, как Контра помогла разработчикам продумать геймплей, почему на SNES игра получилась другой и что там с остальными вариациями. С вами Дарт, канал ImuGamer, и вы смотрите историю игры Робокоп против Терминатора. Хочу посоветовать канал Алекса Короткова. На канале Алекс размещает свои прохождения по различным видеоиграм, в числе которых хиты 8-битной NES и нашей любимой Sega Mega Drive. Также он записывает прохождения игровых серий шедевров с GameCube, PlayStation 2 и других систем. Помимо профессиональных прохождений ретро-игр, на канале вы сможете найти топы игр по платформам и инди-проекты. Подписывайтесь на интересный канал о ретро-играх, ссылка будет в описании. За игровую адаптацию Робокопа против Терминатора нужно благодарить компанию Virgin. В начале 90-х она нацелилась стать крупным издателем и начала активно создавать игры по различным лицензиям. Так ей удалось заручиться поддержкой знаменитых компаний, работавших в сфере продуктов питания. В результате такого сотрудничества мы увидели новые игры, познакомились с некоторыми героями. Cool Spot, фактически маскот 7-Up, которого буквально отживила Virgin. Global Gladiator стал успешным проектом для McDonald's, в отличие от менее удачной 8-битной вариации под названием MC Kids. 16-битный платформер, в котором нет навязчивого Рональда Макдональда, для многих оказался приятным открытием и получил в прессе хорошие оценки. Автор этой игры, Дэвид Перри, ранее работавший над игрой Терминатор для Virgin, заложил фундамент для успеха компании. Издатель заметил талант геймдизайнера и переманил его из британской студии Probe к себе в Калифорнию, где он начал заниматься высококлассными играми, такими как Jungle Book и Aladdin. Virgin Interactive приобрела сублицензию у Bethesda и издала Терминатор на ряде игровых систем. Права на выпуск консольных игр включали также и франшизу Робокоп против Терминатора, а сама лицензия, по некоторым слухам, стоила всего 2 миллиона долларов. Первая игра Терминатор, которую для Virgin сделала Probe, оказалась вполне успешной и оправдала ожидания директоров компании. Она вышла на всех консолях семейства Sega – Master System, Game Gear, но главной была Mega Drive вариация, которой занимался непосредственно Дэвид Перри. Кстати, если вам интересна история создания именно этой части, то дайте знать в комментариях. В разработке находилось еще два не менее важных проекта. Это Терминатор для Sega CD и Робокоп против Терминатора, который также должен был выйти везде. В то время в стенах Virgin Interactive кипела работа над многими громкими проектами, и все геймдизайнеры были заняты. Нужно было начинать разработку Робокоп против Терминатора, поэтому компания искала новых сотрудников. Предложением заинтересовался выпускник Массачусетского технологического института, молодой американский программист итальянского происхождения Джон Ботти из Лонг-Айленда.
Джон с детства открыл для себя увлечение программированием и уже в 13 лет зарабатывал на этом неплохие деньги, выполняя для компьютерных компаний различные поручения и задачи. Опыт с играми у него также имелся. Как раз в 1992 году NEC выпустила ремейк классической игры It Came From Desert, и для нее он сделал несколько программных инструментов. Так что предложение Virgin Interactive стало для него важным поводом перебраться в Калифорнию. Руководство Virgin поставило перед ним задачу меньше чем за год сделать игру, основанную на франшизе Робокоп против Терминатора. Но при этом нельзя ничего использовать из комикса. Ни историю, ни арты, ни что-либо еще. Джон принялся за дело с большим энтузиазмом. Проект он начал буквально один. В процессе работы особо проблем не было, но вскоре разработчик столкнулся с первой и серьезной трудностью. Игра получается уж очень скучной и посредственной. Главный герой просто ходит да стреляет, и все. Тогда на помощь ему назначают опытного художника, а также Тима Уильямса. Он был тестировщиком многих игр Virgin. Его там хорошо знали, поскольку он всегда любил в отчете об ошибках подробно расписывать свои предложения и замечания, которые, надо сказать, всегда были очень толковыми. Так Тим становится самостоятельным дизайнером нового проекта. Внутри команды все подружились. Джон и Тим очень любили видеоигры и по-настоящему хотели сделать классную игру с участием крутого киногероя. Они чувствовали перед поклонниками и геймерами особую ответственность. Им обоим по 20 небольшим лет, дни и ночи они проводят за играми, получают за это зарплату, и теперь им назначили такой громкий проект, пока легендарный Дэвид Перри и его команда трудится над Аладдином. Полная свобода действий. Казалось, многие хотели бы быть на их месте, но на самом деле работа шла не так уж и легко, как может показаться. Джон очень нуждался в советах Тима. Он опытный программист, но пока еще не успел раскрыть себя как геймдизайнер. Ранняя версия игры, как я уже говорил, получалась у него довольно скучной. Они оба замечают, что есть куча проблем, которых надо срочно решать. Дело сдвинулось с мертвой точки, когда Боб Стивенсон принес проект свой неповторимый художественный стиль. Боб был большим фанатом Робокопа и считал, что он должен быть максимально похожим на свой киношный вариант. Возможности 16-битной Genesis позволяли сделать плавную анимацию и мудро использовать доступную палитру цветов. Поскольку обе франшизы, Робокоп и Терминатор, крайне мрачные, игра с первых минут должна передавать безысходность и ужас преступного города будущего. Даже враги-киборги должны вызывать чувство опасности. У Джона Ботти был в распоряжении движок Дэвида Перри. Тот сделал его еще во времена Global Gladiators, и потом он использовался во многих хитах Virgin. Это позволяло экономить время на разработку и, главное, деньги. Джон, как опытный программист, быстро нашел несколько способов улучшить движок и расширить его возможности. Например, он поменял алгоритм работы со спрайтами, поэтому удалось добавить в игру крупных боссов. Также у него была возможность советоваться с Перри и делиться с ним идеями. Оба разработчика обсуждали ход проекта и обменивались мыслями по улучшению геймплея. Идея Тима Уильямса заключалась в том, чтобы дать игроку возможность пройти уровень без потери жизни. Это не означало сделать геймплей легким, просто дать геймеру больше свободы в движениях, поработать как следует с анимацией и дизайном уровней, отточить мелкие детали до совершенства. Так игрок поймет, что поражение лишь его вина, и с опытом получится играть все лучше и лучше. Они начали перебирать аркадные игры, которые стали бы для них источником вдохновения, чей геймплей близок им больше всего по духу, долго раздумывать не пришлось. Оба были фанатами игры Contra и частенько по вечерам играли в Contra 3 The Alien Wars на Super Nintendo. При глубоком анализе они поняли, из чего состоит ядро игрового процесса шедевра от Konami. В игре все было завязано на позиционировании движения игрока и умении управлять своим оружием. Другими словами, крайне важно, как и куда ты стреляешь, а также чем ты стреляешь. Поведение разных нарядов отличалось. Так что игроку приходилось постоянно уворачиваться, то и дело упражнять в ловкости. Именно такой подход к игровому процессу придавал Contra ту самую фирменную динамику, которой так не достает многим другим играм подобного жанра. Они приступили к созданию структуры внутренних игровых механик игры. Подобно Contra на Super Nintendo, герой может носить с собой сразу два оружия. Если он подбирает новое оружие, оно сразу же оказывается у него в руках, а прежнее уходит на вторую ячейку, но его можно переключить. Легендарный пистолет Робокопа стал начальным оружием, которое неплохо справляется с бандитами на улицах, но его мощность оставляет желать лучшего. Едва ли вы захотите использовать его в сражении с крупным врагом или Терминатором. Следуя примеру японских геймдизайнеров, Тим и Джон позаботились о том, чтобы в Робокопе против Терминатора каждое оружие работало особым образом и имело свою цель, тем самым несло уникальную ценность. Скорострельность у каждого ствола ничем не ограничена, и если быстро нажимать кнопку огня, получится выпустить множество зарядов, что может порой послужить определенным тактическим преимуществом. Стрельбу на ходу, а также возможность целиться в 8 направлениях, также почерпнули из Контры. А еще, в отличие от других игр про Робокопа, где робот был по-настоящему тяжелым и неповоротливым, здесь он не в меру подвижный, может забираться по лестницам и цепляться за перила, передвигаясь по ним при этом одной
одной рукой стрелять по противникам. Теперь вы знаете, благодаря какой игре Робокоп обрел все эти навыки. По словам Ботти и Уильямса, были моменты, о которых они вспоминают с сожалением. Время поджимало, и не весь запланированный контент удалось уместить в игру. Ник Брути нарисовал для Робокопа прекрасный корабль, который должен был появиться на отдельном уровне с измененным геймплеем. Этот уровень напоминал классическую игру Defender, а корабль мог стрелять в разные стороны. Получилось классно, но он был готов лишь наполовину. Не доставало времени, чтобы закончить его органично поместить в игру. Джон Ботти решил, что лучше оставшееся время посвятить полировке всех готовых уровней, даже Дэвид Перри поддержал его в этом. К слову, отдельный этап есть в NES-версии, реализованный при помощи технологии Mode 7. Робокоп забирается в машину и начинает, что есть мочи, палить по злым терминаторам. Многие называют этот момент один из самых запоминающихся эпизодов. Джон почти каждый день работал до глубокой ночи, думая над тем, какие новые элементы следует добавить в геймплей, как можно улучшить существующие. Как-то раз он снова засиделся на рабочем месте и вечером зашел уборщик, чтобы навести чистоту перед завтрашним днем. Ботти часто беседовал с ним и любил похвастаться своими наработками. И вот программист демонстрирует ему новую фишку. Когда враг бросает в Робокопа коктейль Молотова, тот начинает гореть. Но он не заметил одну проблему. Не было ничего, что могло бы потушить огонь. Анимация просто заканчивалась сама. Заметив это первым, парень посоветовал разработчику: добавь пожарные гидранты и какие-нибудь еще элементы в интерьер уровней, откуда может хлынуть вода. Это потушит Робокопа и здорово разнообразит игру. И ведь действительно, так на первом уровне появились те самые пожарные гидранты, которые сразу оживляют геймплей своей интерактивностью, ведь подобное в играх встречалось не так уж и часто в то время. Прошло уже 30 лет, а игра продолжает хранить в себе немало секретов, а новые находки порождают еще больше вопросов. В 2019 году Ник и Кевин Слаки в Твиттере выложил дизайн документа Робокопа против Терминатора Genesis версии. Документ подробно расписывает концепцию геймплея, его структуру, уровни, принцип работы каждого оружия. Среди прочего упоминается Контра в качестве конкурента. Скорее всего, имеется в виду схожесть игрового процесса, поскольку дальше в списке значится Терминатор для Sega CD от Virgin. Среди симпатичных скетчей можно встретить пару рисунков, которых таки не было в Mega Drive Genesis версии, но что-то подобное есть в NES вариации. Например, скетч финального босса больше походит на творение Interplay. А еще рисунок Робокопа, держащего в руке железный череп поверженного Терминатора, прямиком из комикса. По итогу Interplay нарисовала его по-своему. Для Virgin еще одно лицензирование, теперь уже у Dark Horse, ни к чему, это лишние затраты. Но это всего лишь мои догадки, никто из разработчиков комментариев на этот счет не давал. Об игре для Super Nintendo тоже есть что рассказать. Разработкой занималась компания Interplay. И не случайно, руководство Interplay и Virgin дружили, их офисы находились в одном индустриальном парке, буквально через дорогу. Интересно, что проектом занимались многие люди, которые позднее сделают нашумевшую Rock'n'Roll Racing. Среди них геймдизайнер и продюсер Алан Павлиш. SNES-версия имеет уже чуть больше общего с первоисточником. Заставки между уровнями выполнены в стиле комикса. Стилистика схожа с Mega Drive, но не такая мрачная, а также менее брутальная. Скорее, более мультяшная, что ли. В общем-то, никто до последнего не знал, что Sega версия получится такой мрачной. Джон и Тим были молоды, хотели максимально повеселиться в своем проекте, и на них повлиял недавно вышедший Mortal Kombat. Они даже сделали такой трюк. Могли на ходу менять режим игры, когда кто-нибудь из руководства находился недалеко от них и мог увидеть, что творится на экране. К слову, код, снимающий любые ограничения, существует до сих пор, кто знает, тот в курсе. Добавить эффект крови на занавесках в окнах также была идея Тима. Ее никто не согласовывал в Virgin. Но, на удивление, когда игра проходила заключительные проверки и тесты перед выходом, никто не заставлял сделать все как у Nintendo. Политика Sega в то время была лояльна на этот счет. Да и ребята все же изобразили все гиперболизированно. Анимация выглядит так, будто врага просто уносит красным вихрем никуда. На фоне Mortal Kombat это казалось не более чем детской забавой авторов. Тим Уильямс также напомнил, что фильмы «Терминатор» и «Робокоп» тоже были довольно мрачными и жесткими и не предназначены для просмотра маленькими детьми, потому такие вольности со своей стороны сочли уместными. Разработчики вообще любили пошутить. Так можно ввести специальный чит-код, после чего игрока переносит на специальную комнату с фотографией Джона Ботти, который сообщает полезный секрет и дает щедрый подарок – 54 жизни. Или, например, используя код, делающий Робокопа быстрее и способным прыгать очень высоко, можно в самом начале первого уровня запрыгнуть в специальную комнату, где игрока встречает фото разработчиков и поздравления о том, что теперь Робокоп стал неуязвимым. Ну и вот вам еще пасхалки по мелочи. На одной из балок на уровне Delta City Construction можно встретить надпись «Botti Construction», и еще программер оставил свою фамилию на стене офиса Omni Consumer Products.
Но чтобы подобное провернуть с Nintendo, нужно было потратить много времени и нервов, и потому Interplay пошла по своему пути. Вообще видны стилистические отличия, хотя с точки зрения игровых механик и геймплея они идентичны. Местами красивее SNES-версия, но Sega проект подкупает своей мрачностью и реализмом, ну и конечно же необыкновенным саундтреком и саунд-дизайном, сделанным при поддержке Томми Таларико. Джон и Тим сразу знали, что Virgin значит именно его, чтобы помочь им с музыкой. У Interplay же был свой композитор, которому не удалось вытащить звуковую часть игры на высокий уровень. Судя по реакции игроков и прессы, работа самой Virgin для Sega понравилась публике больше, чем то, что сделала Interplay для платформы Nintendo. Genesis версия даже удостоилась особых похвал и получила звание «Лучшая игра года» от сторонних разработчиков в 1993 году. Журналисты отмечали мрачную, завораживающую стилистику окружения, разнообразное оружие и обилие врагов вкупе с качественным левел-дизайном, но вместе с тем критиковали за сложность, которая резко возрастает ко второй половине игры. А еще многих раздражали живучие боссы. На этот счет у команды также возникали споры. Они думали, давать боссам большое количество жизней или нет. Решили в итоге сделать их крепышами, дабы пощекотать нервы игрокам. Наверное, то был их единственный просчет. Помимо Mega Drive и Genesis версии, Virgin поддерживала и другие системы Sega. Игра вышла на Game Gear и Master System. Откровенно говоря, это упрощенные порты старшей версии, в которых значительно упрощена графика и не такой богатый выбор оружия. Однако важно отметить, что набор уровней остался неизменным, и это игроки оценили позитивно. Отдельно стоит выделить Game Boy версию. Она делалась маленькой студией под надзором Interplay. Тот же Алан Паблиш давал идеи и советы относительно геймдизайна и структуры уровней. Она уже вот немного отличается от всей линейки Sega игр. Здесь упор сделан больше на горизонтальное прохождение уровней и практически нет лабиринтов. Зато каждый эпизод построен интересным образом и по полной задействует возможности Робокопа. Уже в самом первом уровне Робокопу нужно спуститься в канализацию, чтобы обойти преграду. Интересно, он там случайно не черепашек-ниндзя искал? А, да, это же Детройт, а не Нью-Йорк. Вообще, на этапах имеются довольно любопытные препятствия и ловушки. Это значительная часть здешнего платформинга. К плюсам еще можно отнести наличие врагов разного типа, хотя большинство из них абстрактны. Боссов очень мало, но столкнуться с Терминатором разок все-таки дадут. Набор оружия не такой богатый, как у Sega игр. И еще, если герои хотя бы раз нанесли урон, то оружие скидывается до стандартного. Весьма обидно, надо сказать. Ну и само собой, победить Skynet – священный долг Робокопа, и он с ним справится. Геймбой вариант все же получился хоть и довольно простым, но приятным. Ему разве что не достает динамики, часто игра откровенно тормозит. Если не играли, стоит ознакомиться, просто держите в голове, что это игра для 8-битной карманной консоли, потому без компромиссов тут не обошлось и разнообразие уровней невелико. Что насчет NES-версии, она была практически готова, но долгое время про нее никто не знал, пока ROM не слили в сеть лишь пару лет назад. Игра выглядит практически завершенной. К ней приложил руку Грег Таварес, человек, ранее сделавший для Virgin MC Kids. Спустя год он перейдет в Crystal Dynamics и займет роль ведущего программиста в новом проекте, что станет известным под именем Gex. В одном из интервью он сказал о невышедшей игре про Робокопа и Терминатора следующее. Игра получилась откровенно плохой. Видимо, продюсеры из Virgin понимали, что в нее не стоит больше вкладывать деньги. К тому моменту 8-битная Nintendo была уже морально устаревшей, и в 1993 году лишь немногие выпускали для нее свои игры, поэтому решение об отмене игры можно понять. У издателя готовилось к выходу много проектов и побочных портов, еще больше оставалось на стадии разработки. Среди них было немало хитов с громкими именами, поэтому нужно было разумно распоряжаться финансами, готовясь к по-настоящему крупным релизам. Ведь у них были планы сделать Робокоп против Терминатора и для Sega CD. Об этом писали журналисты, когда компания только анонсировала свои планы на то, как будет распоряжаться новообретенной лицензией. На деле же ресурсов как человеческих, так и финансовых едва хватило только на текущие игры. Как мы увидели, даже Genesis версию, которая стала флагманом, делали не больше 5 человек в условиях тотальной экономии. Ведь не просто так пришлось поделить работу с Interplay, те взяли на себя платформу Nintendo. У Virgin и так хватало заботы, потому Робокопа делали в спешке, чуть ли не по остаточному принципу. Бывалый тестировщик стал ведущим дизайнером, талантливого композитора постоянно выдергивали из других более важных проектов, чтобы он для игры Робокоп против Терминатора занялся музыкой и звуком. Аранжировки для треков писал его приятель Марк Миллер. Это тоже крутой композитор, который успел поучаствовать в работе над множеством культовых игр для Mega Drive, написал для них музыку или звуковые эффекты. Томми в этом проекте выступал в основном контролирующим специалистом и давал советы. В то время он был занят записью музыки
раскрутки для «Терминатора», который должен был выйти летом 1993 года, за пару месяцев до выхода Robocop vs. Terminator для Mega Drive и Genesis. Вообще, маленькой команде ребят, делавших игру о противостоянии Робокопа и Терминатора, нередко помогали более опытные разработчики, занятые в то время своими играми. Времени едва хватало, чтобы уложиться точно в срок, хотя менее важные 8-битные проекты передали на аутсорс, а SNES-версию отдали на откуп Interplay, и поэтому, чтобы сэкономить время, ребятам разрешили использовать некоторые ассеты с Терминатора для Sega CD. Например, в игре встречается роботизированный краб, та же модель с аналогичной анимацией есть и в Терминаторе. А еще окружение для уровня «Подземный бункер» также позаимствовали у коллег, находящихся в соседнем офисе за стеной. При всех своих достоинствах и недостатках Robocop vs. Terminator не стала культовой, но, безусловно, оставила заметный след не только в игровой индустрии, но также в сердцах тех, кто над ней работал и кто играл в нее в детстве. Встреча двух крутых киногероев – это знаменательное событие, важный кроссовер, который появился в нужное время, в 90-х, на волне популярности боевиков, когда каждый школьник был без ума от Арнольда Шварценеггера в роли Терминатора, а также любил бесконечно пересматривать Робокопа. Игры позволяли побыть участником тех волнующих событий, ощутить на себе всю крутость главного героя, испытать его уникальные способности и оружие. Робокоп умел справляться с плохими парнями. Делает он это неплохо и в игре, в которой ему предстоит пройти через толпы терминаторов, чтобы уничтожить Скайнет во имя спасения всего человечества. Друзья, я буду рад, если вы поделитесь своими воспоминаниями в комментариях прямо под этим видео. Рассказывайте свои истории, как познакомились с игрой, какое впечатление после себя она оставила, любили ли фильмы с Робокопом и Терминатором в детстве, эмоции – это то, ради чего мы увлекаемся видеоиграми, да и не только. Я надеюсь, что этот видеосюжет был для вас интересным и полезным. Теперь вы знаете, кто стоял за игрой Робокоп против Терминатора и как авторам удалось сделать игру, будучи ограниченными в бюджете и по времени. Скоро будут новые крутые истории, в которых мы рассмотрим, как делали любимые игры прошлого. Буду рад, если вы поддержите видео своей активностью, лайками и комментариями. Это очень помогает каналу. Также забегайте в мой телеграм-канал и паблик ВКонтакте. Там я оставляю крутые заметки об истории видеоигр на те темы, по которым я не делал видео. До встречи в новых выпусках!